În primul rând vreau să vă atrag atenție că o mare parte de cetățeni totuși sunt orientați la doctrine geopolitice. Politicienii ne-au divizat practic în două părți și o lună nu este destulă să fie înțeleasă program de a stopa degradarea și un program de dezvoltare a municipiului. Несмотря на то, что за нас проголосовало не так много людей, как нам бы хотелось, но я считаю, что эти 12 тысяч, которые проголосовали за меня, являются людьми, которые внимательно читают программы, людьми, которые стараются разобраться в том, что себе представляет кандидат, людьми, которые понимают, что город деградирует, и по многим вопросам он уже дошел до точки невозврата. Это люди, которые понимают, что, в общем-то, другого кандидата, который может изменить ситуацию, сегодня реально нет. Поэтому я еще раз хочу поблагодарить всех тех, кто отдал свои голоса за мою кандидатуру. Но я хочу обратить ваше внимание на то, что я остаюсь работать в муниципальном совете. И мы в муниципальном совете будем проводить нашу программу. Мы не только будем там не просто сидеть и участвовать, значит, в качестве винтика в машине голосования, мы будем проводить программу, мы будем готовить, мы уже начали готовить проекты документов, которые мы будем представлять. Мы будем четко показывать, что нельзя делать. Что нельзя делать, мы и говорили во время предвыборной кампании. И, конечно же, значит, мы это не будем оставлять в тайне от вас. Уважаемая пресса, мы будем с вами постоянно делиться своими впечатлениями и будем обсуждать эти вопросы. Мы будем сотрудничать только с теми, кто будет работать на благо муниципия. Только с теми. Юну вид посибилитати фракціоне ностра спартичіпи ла карева коаліції стабіле. Речіць, аста юну вид аша посибилитець, ке синт форте мулти інтересі. Речіць, în pe baza multor interese să iau decizie în Consiliul Municipal. Și noi vedem lucrul acesta tot timpul ce se face. De ce? Eu am spus clar și spun încă o dată. Noi votăm cu aceia care se împreună cu noi a se votează în interesele municipiului. Care nu a se voteze pentru interzicerea construcției în parcuri, în zone între case și drumuri și străzi, în cartiere sovietice, în orașul vechi, noi cu dânsii votăm. Și asta noi în primul rând punem la vot problema aceasta. Noi votăm cu aceia care în primul rând se îndrepte primărie spre să atragă la lucruri care sunt bune finanțate acum, nu bune condiții, dar sunt finanțate de bănci europene, companie autohtone. Asta este foarte important. Iată, vedeți, iarăși încep lucruri unde este angajată o companie străină. Noi avem companiile noastre care stau fără lucru, oameni nu au de lucru, tineretul masiv pleacă de aici, dar noi angajăm companii de peste hotare.